Всем здоров. Пока М8 мне дострачивает сообщение в Дискорде. Вот, пожалуйста. Расскажу вкратце, что я сделаю промежуточный ролик по танкам X. На это есть несколько причин. Во-первых, ответы разработчика. Который отвечал мне, что такой баланс, как сейчас, от отбора рангов, то есть битв, это нормально. Мы с ним абсолютно не сошлись во мнениях. Ох, господи. Объясню, что было вчера. Я вчера 3 раза из битвы вышел, у меня сняли очки. Снова спустили в золотую лигу. Я писал, мне сказали, мы не знаем, что это такое. Окей, ладно. Потом статус дезертира, который вешают тебе, то есть по той же причине ты заходишь один, с тобой 3 новичка, например, 4 на 4, против тебя перекачанные ребята. Твой выбор, да, либо ты сливаешь кучу очков, спускаешься, либо ты выходишь, на тебя набрасывают дезертира, все. Я говорю, что за хуйня, уберите его на время, пока идет вот это. Это будет неправильно, типа вот эта хуйня, вот это... значок вносит баланс в игру. Я говорю, ты ебанутый, говорю, все, я не могу больше ничего сказать полностью про то, что я говорю. Да, вот он мне до сих пор пишет, он абсолютно параллельно, вернее, как, знаешь, как сказать, я ему про Ивана, он мне про болвана, то есть твоя моя не понимать, и все. Вот он не может понять, что такое играть новичку с высоким рангом и проигрывать, получая от геймплея 0 удовольствия. Это считает он балансом. Вот и все. Я пообщался и понял, что это такое, что дальше ждать. Ничего хорошего. Потом он мне еще сказал, что в танке онлайн, почему он не может, они не могут там права купить, еще что-то. Я говорю, донат вы не принимаете. Потому что в танке онлайн, в это дерьмо, которое я посмотрел, видео я посмотрел и увидел, насколько это уродливая игра просто. Это танки X на минималках, так скажем. Вот, туда добавляется сейчас та альтернатива, которая занималась танками X, скины отсюда переносят. То есть они из танков онлайн выкачивают бабки старым вот этим вот контентом, который уже по факту был здесь. Играя на нотках, на нервах у олдов танков X, которые пошли в танки онлайн, например. Вот, давай какой-нибудь бой найдем. Я сегодня покатался на рикошете, хотел записать серии, думаю, ну, нет. Не ну, и посмотрим, что дальше будет. Я, пока это моя будет финальная серия по танкам, я буду, наверное... днями пытаться как-то вырывать бои. Хочу проверить, как, что такое молот. Ага. Ну вот видите, посмотрите на ранги. Какие там позаходили черти. Блин, нифига себе, я даже в спину его так дострелил. Ну и чё там этот тупорогий на этом, на диктаторе крутится и никуда не отъезжает? Езжай, чувак. Вот и все. Так, надо вот так выстрел сделать, как мне говорили, чтобы перезарядился этот. Вот мы сейчас и поиграем. Иска. Ого!
Вот это да. Чё ж так больно-то бьёт? Я даже без топорона в него стрельнул. Вон у меня модуль-то не включённый, топорона. Расстрелял его. Ох, нихуя себе. Матерь божья, как это больно. Что ж он так сильно бьет-то, эта пушка? Ого. Вот это шок. Реклама раньше была шок, это по-нашему. С другой стороны, я играл в отряде, еще катался, записывал ролики с Марком. Было как-то интересно, что ли. А сейчас он не играет, он забил, сказал, ну его нафиг. Вот. Ну и как-то, знаете, в совокупности все эти факторы так совпали, что и у меня пропало желание. Ох, нихуя, блядь, какая это жесть. Я понимаю, что я, ну, на пушке играю, радуюсь тут, как щенок. Ну, блин, какая она больная. Что ж она так сильно бьет? Я думал, слабее, блядь, будет. Это что ж ты будешь делать-то, а? Пиздец, такого расстояния косарь почти выстрелил, блядь. Жесть, блядь. Это больно, ребят, это больно, блядь. Это пиздец как больно, молот. Ушел на перезагрузку. На. На. Я пошел на перезагрузку. Стреляй. Ай. Так. Я начинаю понимать, как мы отъезжали от молотов, когда стояли в Дефе. Куда ты едешь, дурачок? На нахер, собака, блядь, такая. Сейчас он-то меня добьет, понятно. У меня хп нету стреляться. Ну, блин, он не смог. У него и доп. Урон был, и модуль защиты. И нифига. Ого. На. Рип. Что рип? А, то, что меня зовут, это, мочканули. Да, рип. Ну, что поделать. Исков был бы у нас тут, по, например, какой-нибудь Сергио с нами бы катался. Вообще бы цены не было. Ага, удался. Пиздец просто, я в шоке, блядь. Это что за тварь такая, молот, блядь, а? О май. Оно выстрелами аж его поднимает, блядь. Ёбнулся нахуй. Так, не мешайся, Изя, не мешайся, блядь.
Рип нахуй. Вышел аж лох вон, Юниверс, ник. Эй. Бабак, блядь. Стреляли же, блин, прикольно. 64-51. Я зашел, мы проигрывали. Ну чё нафиг, а? Попались. Вышел второй. Минус нас. У меня шок, я просто охуел с этого молота. Это ужас. Какая-то сумасшедшая штука. Ох, блядь. Вот это да. А, похуй. Ух, дрон турель. Многие юзают его, видел. Ну чё, да, где-то применимо, на Раше даже можно. Тебя там взорвали, Васпа, да? Ты на базе чуть-чуть флаг не утащил. Дроны, турели висят. Вот, вот такая будет серийка промежуточная. Я сейчас пойду смотреть, что мне там ответил М8. И попробую, если не забуду, вырезки или вырезки из диалогов прикрепить. Ну или весь диалог как-то закрепить тоже, чтобы вы глянули. Ну и переведу, естественно. Вот. Самые актуальные вопросы, которые ему задавал, на которые я получал ответы. Вот. А, ну конечно же, я спросил, что там прошел слух, что 1 декабря закрывается бета-тест на релиз, потом уходит проект. Хуй там плавал. Сам М8 мне ответил, что я не знаю никаких дат, чисел, когда будет релиз. Все. Все туманно, непонятно. Спасибо за просмотр. Всем пока.